здесь продолжу, потому что сегодня еще играет там дополнительная, типа, музыка. Это бум-бум. Отошел немного на круг. С масштабом буду играться чуть позже. Все-таки. Хотя чего тянуть, можно еще поговорить. А, там не музыка, там будет. Там будет реклама. В принципе, ладно. Так важно. На паузу. Но здесь наоборот еще вон та играет громче. Так, который ушел. Сзади, конечно же, будет тише. Как будто бы лицо повернулся, пока так стою. Попробую прибавить. Говорит синтезатор. Говорю, я, кстати, синтезатор здесь говорит, в отличие вот там Samsung подобных, больше влево. Ну не так прям это слышится плохо, но вот больше влево. Так. На паузу опять попадет. Ну да, не знаю, есть еще смысл там. Ну вот мне интересно на долбежке. Близко, кстати, почти не было. Нет, смысла просто на таком расстоянии. Я даже масштаб увеличил, не буду, пожалуй. Просто разве что верчусь. Потому что мне же не нужно проверять на тест подобные удары. Здесь радио основного не слышно, только вот это вот вдали. И в принципе все, пока что будет сейчас. Повернусь, поверчусь. Тяжелый, конечно, холодный, но пока рука не отваливается. Хоть и мороз, несмотря на то, что небольшой. Все же. Ну, наверное, я здесь прибавлю еще. А, можно вот так вот к первому объекту. Токбековская прокрутка вперед добавляет, а назад прибавляет, в принципе. Так, ну еще потом будет в автоматическом режиме, и тогда дальше там посмотрим. Все, останавливаю.